основатель, сооснователь компании Евросеть Евгений Чичваркин сказал следующее. Качество продукта и дистрибуция важнее бренда. И именно качество продукта и его, будем говорить, распространение и создают бренд. А если бренд будет некачественный, то кто его будет покупать? Ну, логично. В наше нелегкое время надо заключать грамотные договора. И вот Лесли Коурич, совладелец международной юридической компании, говорит: партнерство без письменного соглашения – это русская рулетка. Увы, мы забыли о том, что значит слово, честь, данное слово. Все надо прописать на бумаге, для того, чтобы тогда с буквы закона можно было действовать. Таковы реалии нашей жизни.